начинает махать, короче. Хуй, я чуть не усрался. Всем привет, друзья, вы на канале X-Previt, меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в игру Scary Night, или он несет еще второе название, Huggy Night. Короче, под прошлым видосом я заметил вашу активность, поэтому незамедлительно снимаю продолжение. Если есть вновь прибывшие и не в курсе, что это за игра, то это, друзья, новая онлайн-игра с друзьями, в которой можно играть до 16 человек. Значит, смотрите, поскольку нету перевода в той игре, то многим, как и мне, было непонятно, что вообще делают эти предметы, поэтому я специально взял и перевел все для вас. Поэтому сейчас это все скриним, изучаем, ну а после идем уже куражиться в самой игре. Значит, смотрите, если мы возьмем камеру, то нам достаточно просто сфотографировать призрака, и мы заставим его вернуться в темную комнату. То есть это нас спасет. Свеча ослепит окружающих призраков, то бишь они нас не увидят, мы будем невидимками, да, пока если у нас горит свеча. Крест, получается, противостоит боли, то есть нам нужно будет нанести гораздо больше ударов, то есть нас не снесут там не с удара, например, а с двух ударов. То есть крест спасает нам жизнь. Ну а ключом мы просто берем и открываем дверь. Все, ребят, заскринили. Погнали играть. А, кстати, еще с вас обязательно лайкос, подписка и лепите свой клевый комментарий. Погнали. Так, ну хорошо, мы стали человеком. Это уже радует. Теперь нам осталось просто взять, найти предметы, ими воспользоваться. Ну, самое главное, конечно, найти ключ и выбраться отсюда. Так, ну чё, где кто? Кстати, чисто интересно, а можем ли мы именно здесь в игре взять и кого-то забить? Ну, типа своих или что-то в этом роде. О, крест. Все, получается, с крестом в руках. Все, взял. Теперь мы типа, ну, не то чтобы неуязвимы, но мы можем жить дольше. Ну, выбрасывать я его точно не буду. Кстати, ну, кнопка на немного неудобном таком месте находится. Можно, ну, чисто случайно даже нажать. У нас, кстати, одного уже положили. Так, кто это у нас бегает? Я понял. Ты за мной бежишь, да? Ну, по камере, я думаю, нас... Нет, давайте, наверное, не буду бегать по кругу. Может быть, что-то где-то да найдем. Кстати, я еще не находил фотоаппарат. Мне бы хотелось, кстати, им тоже воспользоваться. Ну, чисто хотя бы посмотреть, как это все выглядит. Так, в той стороне по-любому уходит какой-то призрак. Поэтому, ё, смотрите, уже троих завалил. Так, а ты всю жизнь собираешься за мной бегать или как? Может, ты пошел бы, сделал бы что-нибудь. Все, мы можем искать ключ, хорошо. Конечно, теперь еще понять бы, где он находится, было бы вообще хорошо и прекрасно. Так, ну здесь точно нет. Наверное, я пойду в эту сторону. А, тут тоже нету. Самое главное, просто ни на кого не наткнуться. Ух, ёп! Беги, 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 беги. Просто надо бежать. И не останавливаться. Блин, там, походу, сейчас второго, наверное, завалят. Он, о, да, он за ним бежит, смотрите, он за ним. А теперь за мной, да? Хаги. Ой, он невидим, я побежал. Свеча, мне нужна свеча, забирай. Подобрал. Все, я теперь временно для него, получается, невидим. И за это время мне надо взять и найти ключ. Поджигайся. Мы можем, получается, два раза воспользоваться ключом. Ой, ключом, свечой. По 10 секунд. А, три раза можем воспользоваться. Прекрасно. Блин, где находится ключ? Как мне его найти? Кто-нибудь еще живой? Есть ли я один остался? Вообще, должно, ну, должен отсвечиваться как-то этот ключ. А, все, вижу, вижу. В ту сторону идти надо. Нет. А, здесь я обойти не смогу, да?
Значит, будем идти в обход. Блин, там точно кого-то... Не, ну тоже молодец, ну ранил меня. Я, наверное, свечой воспользуюсь, когда буду уже подбегать к ключу. Так, ключ в этой комнате. Ну, ты его забираешь? Нет? И как мне его взять? А, то есть мы не можем сразу несколько предметов держать. Все, я понял, хорошо, усвоил. Я выберусь, ребят, я выберусь. Все, мы же выиграли, правильно? Ребята, ну это победа. Но хочу вам сказать, крест это очень полезная штука, потому что она реально меня выручила. Ну, согласитесь, мне была бы жопа, если бы не этот крест. И да, небольшой лайфхак, друзья, никогда не стойте в этой игре на месте, потому что как призраки, так и люди, мы бегаем, но в принципе относительно одинаково. В прошлом видео, по-моему, я очень долго за кем-то там гонялся, и чувака я убил, по-моему, когда он или остановился, или что-то в этом роде. Просто не останавливайтесь, рвите, бегите и все. Ну а пока местность нету, будем устраивать замесы. Давай, иди сюда, чувак, здорово. Я надеюсь, а как я выгляжу? Вот плохо, что здесь нет зеркала. Было бы классно, если сделали зеркало, мы сразу видели бы, как мы выглядим. И вообще можно даже добавить, чтобы мы сами выбирали, за кого играть. А может даже какие-то умения, чтобы у каждого из персонажей были. Было бы даже интересно. Но самое прикольное то, что катки, ну, они идут не очень долго, и в этом самая крутость, потому что ты не успеваешь, а игра не успевает, тебе надо есть. Ну чё, давайте, нам еще одного чувака не хватает. Зови друзей. Ты, блин, чего? Ты ложиться собираешься, нет? Исчез. Так повезло, снова мы будем играть за человека. Ой, чувак, вставай. Че-то лег. Так, мне нужно снова найти какие-нибудь предметы. И желательно, чтобы это был крест. Хорошая штука. Выручает. Ну, то, в принципе, каждый предмет по-своему хорош. Но мне хотелось бы все-таки найти фотоаппарат. Я так понимаю, это, наверное, самое редкое здесь. Ну, вообще предмет. Самый редкий. А здесь, кстати, мы можем просматривать, где кто вообще находится. Все, выбрались, да? Ой-ой-ой, побежал, побежал, побежал. Не найдешь, не поймаешь. Блин, ну чувак за мной бегал, зря он это делал. Он просто меня прикрыл собой, я этого не забуду. Он идет за мной, он идет за мной, ребята. Беги, беги, фотографируй. Фоткай его, фоткай. Ты должен был его сфоткать. Блин, вот зачем человеку фотоаппарат, если не умеет им пользоваться? Так, ну что, посмотрим на этот раз, кем я буду, маньяк? Нет, я снова человек, слушайте, сегодня мне прям везет. Ну, если не учитывать последнюю каточку, там, где меня сожрали. Блин, хочу найти фотоаппарат. Ну реально, я уже всеми предметами воспользовался, кроме фотика. Где они вообще это все находят? А подождите, может там где-то? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опасно. Ну где-то они уже появились. Главное, не где-то возле меня. Чё, никого? О, здесь не открыто. О, фотик! Ну чё, будем фотографировать. Надо теперь... Только найти, где вообще? Нас, кстати, осталось всего лишь 4 выживших. Почему? Никого не убили. Ребята сами повыходили, что ли? Им делать нечего.
А, я могу... Подождите, ну я их должен видеть, правильно? Ключ. Блин, ну я... С одной стороны, и выбраться уже можно. А с другой стороны, блин, и сфоткать же хочется. Там кто-то есть, нет? Давай, давай, побежали, я тебя буду охранять. Ты... Оу, побежали. Security в действии. Все спокойно. Тут security. Оу, а сколько раз? Подождите, сколько раз надо сфоткать для того, чтобы он исчез? Мне типа прям перед глазами надо было засверкать или что сделать? Но я сфоткал. Я его запечатлил. Ну все, я разозлен. Я надеюсь, я сейчас буду играть за Хаги, и я обязательно возьму и поразваливаю всех вас. Кто-то из вас точно играл в прошлые катки за призрака, а значит, я кого-то из вас точно сегодня словлю. Кто, ты меня убил? Или это был ты? Признавайтесь, кто из вас? Слушайте, я все равно догадаюсь, я же найду. Джоди, ты нет? Блин, опять я человек. Ну ладно, окей. Кстати, в этой комнате не так часто мы и бываем. Карта не очень, на самом деле, и большая. То есть, о, вот это уже по-нашему хорошо. Будем бегать. Нет, подбери обратно. Чё, куда бежим, куда идем? Все, они появились. Свеча. Полезная тоже штука, нужно запомнить, где она находится. Я один остался? Ой-ой-ой-ой. Поджигай. Все, я для него невидим. Я невидимка. Я максимально слился с темнотой, поэтому ты меня не должен видеть. Ой-ой-ой. Короче, все, ребята, он думает, что я теперь побежал туда, а я на самом... О, они там все вдвоем, вы поняли? Они просто тупо там оба. А я, короче, стал невидимкой, потому что я зажег свечу и просто скрылся. А они теперь бегают, там рыскают меня. Да-да-да, бегай-бегай, ищи. Мне нужно найти ключ. И я его найду. Ну, рано или поздно. Ну, хотя бы я должен увидеть, где он находится. Как только время закончится, сразу найду, где он находится. Блин, ну махните, ударьте. О, вижу, хорошо. Там находится один, а где второй? Получается, мы можем видеть призрака в тот момент. Начинает махать, короче. Хуй, я чуть не усрался. Обалдеть, откуда? А почему я его не видел? То есть мы можем их видеть... То есть они невидимы для нас, и мы можем их видеть только тогда, когда они кого-то атакуют или что-то в этом роде? Блин, реально от ниоткуда взялся, реально, я не ожидал. Я как раз, чтобы вы понимали, я как раз смотрел на второго чувака, то есть он махает, и мы видим, где он, типа, наносит удар. Таким образом, они просто палятся. Ладно, ребят, давайте на этом видео, наверное, буду заканчивать. Обязательно пишите комментарии, нравится ли вам эта игрушка, это вообще игра. И, блин, ну, на самом деле она прикольная, согласитесь, да? Поэтому пишите об этом в комментарии, хотите ли вы, чтобы я продолжал снимать по этой игре. Побольше актива, лайкосики, подписота. Пока-пока.